Друзья, всем привет. Сегодня 4 мая. Делаю первый отводочек. Вот семья. Здесь я 29 апреля изолировал матку в двухрамочный изолятор. Сейчас заберем отсюда маточку. В общем, сделаем сюда отводочек. И ближе к обеду, сейчас у нас утро, около 9 часов утра, ближе к обеду буду делать первую прививку. Это будет у нас семья-воспитательница. В общем, так, делаем сразу отводочек. Да, друзья. Вот. Друзья, в отводок сразу ставлю рамку с медом, рамку с водой обязательно. Потому что летная пчела, это медовая рамочка будет. И рамочка с водичкой. Налил водички. Ну и смотрим, друзья. Изолятор сейчас пока поставим вместе с пчелками, с изолятором, и потом откроем его. Пластинки выбрасываем. Да, друзья, это будет семья-воспитательница. Ближе к обеду буду ставить им прививочную рамочку. Так, давайте, наверное, сразу сделаем колодец для рамочки. Все, друзья, эту семейку мы закрываем. Так, ну а сейчас будем с изолятора доставать наши рамочки. Напомню еще раз, пчелы маточка просидела здесь с 29 числа. Я давал сюда одну сушку и одну расплодную. Ну, маточка бегала, ту рамочку я ей дал. Так, друзья, смотрим, что мы здесь видим. Сейчас найдем маточку. Thank you.
Рамочка полностью засеяна. Сейчас только мы найдем маточку. Так, друзья, надо найти маточку. Где наша маточка? Чтобы, не дай бог, мы ее не оставили в улье. Ага, друзья, вот наша маточка ходит. И на. Все, маточка на месте, друзья, ставим. Все, и переносим теперь наши ульи на новое место. Обязательно теплая заставная. Ставим чулок. Накрываем полотном. Выбиваем теплее. Все, друзья, закрываем. Когда эта семейка немного подрастет, мы ее пересадим в нормальный деревянный улей. Не будет развиваться. Итак, друзья, пришло время забирать наш сотни кот. Сегодня 4-й день. Как назло, поднялся ветер, но надо делать прививочку. Это семья, от которой мы будем выводить. Маточка успешно засеяла не кот. Да, друзья, уже личиночка. Сейчас аккуратненько. Есть уже личиночка. Сегодня как раз однодневочка. Отлично. Сейчас стряхиваем пчелку аккуратненько. Проверяем, нету ли здесь матки. Пчелочку сметаем. Итак, друзья, занесли мы рамочку в теплое помещение. Я его прогрел 20 до 26 градусов. Итак, друзья, теперь переносим личиночку. Итак, друзья, прошло уже 4,5 часа, как мы делали с этой семьей отводочек. Сейчас будем ставить сюда рамочки прививочные. Такое количество пчелы у колодца. Здесь видно.
нормально. Да, друзья, чтобы пчелкам было веселей работать с маточниками. Мы сейчас им дадим сиропчика. Не сиропчик, а медовый сыр. Так, друзья, все. Ну все, ребят, результат прием личинок. Завтра вам покажу, это будет уже в следующем ролике. Все, друзья, всем пока.